Проберемся в кабину. Наш поезд отправляется. Следованием Красноярск, Нежница. Всем доброго пути. Чем отличается? Ну, во-первых, стеклопакеты, тепло, нет сквозняков, двери прислонно раздвижные, нет сквозняков, безопасно, бесшумно, стоп-краны, поезд останавливается моментально, если пассажир сорвал стоп-кран при отправлении, какая-то произошла ЧП. Также можно блокировать стоп-кран, чтобы террорист не смог остановить поезд на мосту, в тоннеле, в проводе, ну и так далее. Туалет, большой туалет для маломобильных пассажиров. Имеется крепление на велосипедах. Имеется крепление на велосипедах. Что для города важно. Многие сейчас предпочитают передвигаться на велосипеде. Подъемники, наконец-то, для маломобильных пассажиров. А вот он же стоит 2 минуты, да, на стоянке. А вот так, чтобы погрузить, сколько времени уйдет? Если все делать быстро, можно ложить за 4,5 минуты. Кто поедет? Перекосило немного. Я стоит простой человек.
кажется, неудачная какая-то конструкция. Не доработали. Болтается все. Оп, погрузили. Reported from track 2, carriage numbering starts at the head of the train. Thank you for your attention.